Re, viss ēters ir te. У нас сегодня в гостях хозяйка рижского бала, певица Натали Тумшевец и лауреат международных конкурсов танцев, художественный руководитель рижского бала Вячеслав Вишняков. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Здравствуйте. Что значит быть хозяйкой рижского бала? Что это значит? Ну, это так принято говорить в бальных традициях. Хозяйка. Немножко слово такое, да, как-то выбивается. Для меня тоже, вы так сейчас сказали, я напряглась. На самом деле, главный, наверное, организатор – это хозяйка. Рижский бал – это новая традиция в Латвии. Мы надеемся, что это станет популярной традицией и очень национальной традицией. Потому что раньше в Латвии у нас шикарная вообще культура, и просто культурные традиции были утеряны из-за того, что менялся строй у нас в стране, и из-за других ряда причин, да, не будем сейчас об этом говорить. Да, и, ну, мы хотим возобновить именно традиции бальных танцев и балов в Латвии, и решили с Вячеславом... Какова основная идея, как он будет выглядеть, этот рижский бал? Рижский бал в лучших традициях венских балов, но, конечно же, с нашими культурными традициями, с нашей культурой. Ну, будет, я хочу добавить, микс, что да. Концепция самих балов, это означает, что гости приходят на высококультурное мероприятие, и основная часть этого мероприятия – это непосредственно бальные танцы. Да, поэтому это будет выглядеть в формате бального вечера, бальных танцев. Также это будет ужин и концертная программа наших артистов. То есть будет такой микс, на самом деле, очень различных направлений художественных. А те, кто не умеет танцевать, могут ли попасть на рижский бал? Ну, для этого специально мы сделали дополнительное мероприятие. И вообще это такие мероприятия у нас планируются целый год будут проводиться. Академия рижского бала. Будут проходить мастер-классы по основам венского вальса, в том числе этикета поведения на балу, этикета за столом, как правильно подобрать вино под блюда выбранные. То есть, да, на самом деле, также одна из целей вообще проекта «Рижский бал» — это чтобы наше общество начало больше танцевать. То есть первый год, конечно, мы не ожидаем, чтобы большая масса гостей танцевала, но все-таки они пришли, посмотрели, как люди танцуют, что-то не так сложно научиться. И, может быть, уже в следующем году пришли бы уже и потанцевали. Готовы бороться с современными танцами? Так сказать, сражаться, конкурировать, да, с современными, да, танцами, которые сегодня, ну, все больше и больше завоевывают популярность среди молодежи именно. Ну, зачем бороться вообще с кем? Знаете, слово «бороться»? Мы вообще ни с кем бороться не собираемся. Мы хотим привнести в жизнь людей больше красивых моментов, счастья, радости и доставить это, знаете, ну вот куда так пойти людям потанцевать, если ему уже там за 30, образно говоря. На дискотеку уже вроде как-то не пойдешь, там уже молодая гвардия, уже там, да, и все-таки хочется как-то это все культурно. А у нас будет и ужин, и прекрасная культурная программа, и опера, и балет, и вообще, ну, то есть еще и сам можешь потанцевать. Не только бальные классические танцы будут, будет еще оркестр «Мираж» с джазовыми композициями, самбой, румбой. То есть во второй части вечера уже любой сможет, да, даже если ты не умеешь танцевать бальные танцы, то любой уже сможет насладиться магией танца. Насколько, как вам кажется, вообще сегодня в современном мире важно вот такие мероприятия, которые напоминают нам о дресс-коде, об этикете, о хороших манерах? Я считаю, что очень важны в современном мире. Если посмотреть даже лет 100-120 назад, то именно бальные танцы было как основной частью культуры общества – балы и бальные танцы. На балах, на самом деле, светское общество и женились, и дипломатические вопросы решали. То есть это, на самом деле, играло очень значимую роль. Конечно, мир эволюционирует, но все равно я считаю, что такие мероприятия не должны быть. Они должны напоминать нам о стандартах поведения в высшем свете, в обществе, об этикете. И это тоже... то, что мы на самом деле хотим это сделать сейчас. Добавлю, наверное, я... вот ты сказал, женились на балах. Вот дебютантки, сейчас такой термин, да, термин дебютантки. У нас будут тоже дебютантки на балу, это девушки от 18 до 25 лет.
И раньше это вообще очень было почетно, то есть если ты дебютантка на балу, то есть реально приходили мужчины, женихи, которые выбирали себе невест. И самой известной дебютанткой до сих пор является жена Кеннеди. То есть Кеннеди реально выбрал себе дебютантку на балу. Давайте поговорим, вот я перебил Екатерину, про дресс-код расскажите. В чем там нужно быть? Дресс-код. Дресс-код. Это обязательно дресс-код. Бальные платья или же это современная это длинное, мода? Просто платье в пол. Вечернее. Вечернее. То есть обязательно платье в пол, короткому нельзя? Нет, нет, платье обязательно в пол должно быть, закрывать ноги, чтобы, может, грудь быть открытой, даже нужно лучше, чтобы тут было открыто, чтобы можно было повесить красивое украшение, пылящееся на полках. В общем, как я рассказываю, достаем из полок украшения и хорошие манеры. Ну, как бы, да, такое. На самом деле, отличительный момент в бальном дресс-коде – это перчатки, да, потому что времена балов считалось дурным тоном прикосновения к женщине без перчатки. То же самое дамы и мы. Тоже у нас будет мастер-класс, да, о том, то, о чем уже Наталья сказала, 7 сентября, где поподробнее уже расскажут. Но да, как добавить это перчатки как у мужчин, так и у женщин. Это основной бальный мужчин. Расскажи, как мужчины, да, женщинами разобрались? Мужчины. Смокинги. Смокинги, черные костюмы. Если кто-то собирается подготовиться по полной программе, то фраки. Фрак. У кого есть фрак или кто хочет приобрести фрак, одеваем фрак. Приходим во фрак. Какой наряд у вас, Натали? Будет два платья, у нас две части. Одного платья на открытие, на официальную часть, второе платье. Я буду выступать тоже с джаз-оркестром, поэтому надо уже что-то такое. Часто такие мероприятия, они благотворительные. У вас тоже, как я понимаю, есть благотворительные проекты в рамках Рижского бала. Два благотворительных проекта в рамках Рижского бала. Я считаю, что когда люди собираются вместе, и люди добрые, культурные, да, и у которых есть возможность, и у которых есть желание, что самое главное, помогать другим, надо обязательно какие-то акции проводить благотворительные. И вот на Рижском балу у нас будет две благотворительные акции. Лотерея благотворительная будет. Один проект — это программа «Аванти» при поддержке тоже фонда Германа Брауна. Это молодые музыканты из Латвии, у которых нет такой возможности, к сожалению, ездить за границу, представлять нашу страну на международной арене, элементарно чинить свои инструменты. Мы очень хотели им помочь. Я надеюсь, у нас получится. А второй проект, Слава? Также, да, со своей стороны, это новое направление. При участии профессиональных танцоров Латвии по спортивным бальным танцам хотим обучение создать в детских домах Риги бальным танцам. То есть это пока что один объект у нас, Иманский дом, детдом. Ну, хотим в дальнейшем развиваться и более обширная программа. Что собой представляет венский вальс? Я знаю, что вы подготовили несколько па и можете продемонстрировать. Не готовили особо. Да, конечно. Опять же, мы всех приглашаем в среду, 7 сентября. У нас там будет мастер-класс по венскому вальсу. В отеле Пулман. Да, в отеле Пулман. Да, мы можем продемонстрировать. А сам рижский бал когда? Сам рижский бал 17 сентября в доме Черноголовых в 6:30 вечера. Вот. А Академия Рижского бала 7 сентября в 5:30 до 8:30 в отеле Пулман. Да, будет красиво, приходите. Многие так боятся, говорят, ну, я не знаю, можно я сначала приду вот на Академию, я посмотрю, смогу ли я пойти на бал. Я говорю, конечно, вообще все желающие. Мы сделали очень такое открытое мероприятие. Все желающие могут прийти на Академию. И не обязательно приходить с кавалером или с дамой. Нет, и вот расскажи, кстати, интересно. Да, у нас такое, можно сказать, нововведение. Мы, интересно, придумали у нас для дам без партнеров на балу. Мы пригласили профессиональных танцоров, которые будут во фраках при параде полном. И они смогут записаться на танец с профессиональным танцором во время танцевальной программы. То есть у нас будет нумерация, будет четко понятно танцы, в какое время. И, например, если дама хочет танцевать венский вальс, то она подойдет, запишется на венский вальс. Если она хочет танцевать танго,
запишется на танго. Ну и, соответственно, вальс, фокстроты. Танцевальная программа у нас на 2 часа, и я думаю, до полуночи танцы будут все получены. Приходите все, всем. Да, большое удовольствие. Всех будет и партнер, и положительные, главные эмоции. Всем найдем партнера, это точно. Ну что ж, спасибо вам большое, приглашаем вас на рижский бал. На рижский бал уже наступил. Да, на бал. Ладно, что нам надо сделать с тобой? Здесь прямо? Я думаю, здесь хорошо. Ну хорошо. Так. А без музыки? Да, без музыки. Вот. Просто подсчет. Ну, тогда буквально несколько движений. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Вячеслав, а тяжело ли обучить человека, который не умеет танцевать? Понятно, что Наталья и певица, все-таки на сцене тоже приходится танцевать немало. Да. С ней проблем нет, а вот... Да, с Натальей проблем нет, мы на самом деле... Другие есть проблемы. Нет, 2 года назад мы делали шоу, и на самом деле по опыту знаю, что это было очень быстро. Мы за месяц поставили шоу, станцевали очень, очень... Мне понравилось. А так, да, у нас есть и студия обучения людей, которых нету предварительно ни навыков, ни знаний. Научиться венскому вальсу довольно легко, потому что это всего лишь 6 шагов, можно сказать. 6 шагов. Важно просто понять, что когда двигаешься в правом повороте вперед, ты двигаешься с правой ноги, назад с левой. Да, то есть немножко координации, немножко опыта, практики и вперед. Вперед на бал.